мы возвращаем наш любимый компетиторский формат. Триалы Submission Only от BGG Freaks возвращаются, и веселье обязательно продолжится. Уже 19 марта. Начнем мы, как водится, с триала по белым поясам. И да, это тот самый редкий, если не единственный случай, когда белый пояс может монетизировать свою джиу-джитсу. Как это происходит? Все участники выплачивают символический регистрационный взнос. Из этой суммы формируется призовой фонд для каждой весовой категории, а их 4. Мужские до 80 и после 80 килограммов, у женщин до 60 и после 60. Никаких баллов, никаких овертаймов, и только единственный победитель в каждой категории забирает всю сумму наличными прямо на месте. Более того, ожидаются еще специальные призы за лучший сабмишн. Так как возрождение BGG Триалов — событие историческое, в рекламе предстоящего турнира мы используем фото и видео тех людей, которые давно уже не белые пояса и перешли в категорию экспертов. Но когда-то, когда они были белыми поясами, именно на наших триалах были сделаны эти исторические кадры. Напомню, первый ивент состоится 19 марта. Регистрация на турнир уже открыта на сайте bgfreaks.ru.